Перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Всем привет, ребят, всем привет. Ведем очередные, продолжаем серию прямых эфиров, которые называются «Так делать нельзя», потому что они снимаются за рулем автомобиля. Это, конечно, очень сильно отвлекает. Но будем надеяться на лучшее, в случае чего вы станете свидетелями. Привет, привет всем. Казахстан, привет Казахстану. У нас очень теплая погода. Наверное, не такая, как в Казахстане, но все же у нас сегодня плюс 20. Сейчас в данный момент 20:15. Это время, это не погода, а погода плюс 18.5. Я двигаюсь на тренировку за рулем автомобиля и, видимо, встаю в пробку, вот судя по тому, что я вижу. Хотя зеленый светофор, может быть, спасет. Посмотрим. Селфи-палку к рулю. Это можно селфи-палку в педаль газа воткнуть, и тогда ноги будут свободны. Миша, привет. Я всегда начинаю эфир так. Почему, знаешь? Потому что я сейчас еду и вижу красивое вечернее небо. Такое сине-зеленое, сочное очень, как BMW M-серии. И поэтому сразу о погоде захотелось пару слов сказать. Что за панч был на Версусе про меня? Я понятия не имею, если честно. Думаю, что он там был и не один. Но как бы, что поделать, такова моя судьба. Всем привет, друзья, всем привет. Про ель не хотелось бы говорить в сегодняшнем эфире. Я думаю, будет апдейт на эту тему. Но не от меня, а от нее, собственно. Так, давайте проедем пешеходный переход. Успешно, без жертв. Продолжаем движение. На футбол двигаюсь, да, на тренинг, на футбик, на стадион Краснодар, на тренировочную базу ФК за стадионом. Когда буду батлить? Бро, пока нет таких планов. Вот, но думаю, что скоро будут определенные новости, которые связаны с этим направлением. Ну, в общем, не батлить, но связано с этим, поэтому всему свое время, пока как бы в эфире тишина. Вопрос про серию А и кто ее выиграет. Честно говоря, если у Юви есть яйца, то они должны выиграть. У них остались непростые матчи, да, там расписание жесткое, там и Интер, и Лацио, по-моему, потом кубок с Миланом. Ну вот, собственно, проиграв Наполи, я на самом деле, ну, рад, что они проиграли, потому что они не заслуживали победы уж точно в том матче на выходных. И это интригу возродило в чемпионате. Поэтому посмотрим, конечно, как они будут себя вести, но если у них есть яйца, то должны выигрывать, должны брать все очки оставшиеся и все. Вот. Ну, а Наполи, как бы, тоже желаю удачи, симпатичная очень команда. Местами очень прикольный футбол играет, скоростной, яркий, красивый. Вот. Но, конечно, исполнители некоторые желают, оставляют желать лучшего. Но так или иначе, желаю им удачи и развития. Ты топовый чувак, внес свою лепту в историю. Спасибо. Спасибо, бро. Очень приятно слышать. Я тоже так считаю. Короче, вклад сделал. Какие минусы в Краснодаре? Слушай, минусов нет. Даже зимой, причем, нет минусов. В основном около нуля и небольшой плюс. Ну, иногда бывают небольшие минусы зимой. Вот. Но это все просто, чтобы мы не забывали, что бывает снег и так далее. Иногда он выпадает, напоминает нам об этом. У вас как дела? Хайд лучше принца Хата? Слушай, ну,
Если ты у меня спрашиваешь или у комментаторов, я думаю, они тебе ответят. Я не имею права оценивать себя. Это не красиво. Какие-то треки. Блин, да, я работаю, у меня есть пара набросков. Думаю, что какие-то треки будут. Здравствуй, отец. Привет. Привет. Единственный минус в Краснодаре – колхозные отморозки. Да что ты, братан, гонишь вообще? Что ты залечиваешь, отрикс? Ну, бывает, да, такая фигня. Но, в принципе, надо просто понимать этих людей и сочувствовать им. За 16-м независимым нет, не слежу. Это же батл, да? Что с зимой? Блин, да зима закончилась, а мы ее не написали. Ну, точнее, я-то написал свой куплет и выложил. Вот. А ребята что-то не уподобились. Что-то им не зашла зима в этом году. Вот. Хотя я считаю, что это большое упущение. И, откровенно говоря, можно было бы отвлечься от других дел, в том числе и личных, и сделать зиму. Дань традиции, так скажем, отдать, потому что очень много про нее людей спрашивают, очень много людей ее ждут, но все взрослые, у всех свои делишки, понимаете? Только я без дел и, видимо, самый вдохновимый человек, то, что написал куплет, выложил. Вот, но зима не родилась, в общем, так что что тут говорить? Что за слово происходит? Почему там такое дно? Бро, ну вот смотри, я не занимаюсь словом уже 2 года точно, может 3 уже, я даже не считал. Наверное, все-таки 2-2.5. Я не знаю, что там происходит. Я был, ну, гостем на паре движений, на паре мероприятий. Ну, как бы ребята там что-то проводили, батлили, это было, в принципе, неплохо. Вот я, честно говоря, плотно не слежу за проектом. Я не знаю, какая там сейчас тактика и стратегия развития и вообще организации всего этого дела. Поэтому, ну, в общем, как-то так. Я был вот в Нижнем Новгороде. Было неплохое мероприятие по меркам слова. То есть не шик-вау, не слово фест, но неплохо было. Ну вот, поэтому, ну, вот я знаю, что в Нижнем сейчас сезон, там скоро финал. Вот они меня звали на 2 июня на финал, но пока я, скорее всего, буду занят. Вот, так что вот ответ на твой вопрос. Да я не совсем в курсе и надеюсь, что, ну, как бы, что значит дно? То есть с чем сравнивать? Если сравнивать с зарубежными батлами, с какими-то топовыми мейнстримовыми батлами Версуса, которые просто очень сильно хайповые, то, ну, естественно, там будет какой-то провал по ажиотажу и так далее. Но если сравнивать по там в целом, по батловой среде, то, ну, хорошие участники есть, есть у них хорошие заходы, хорошие рифмы. Причем, ну, как бы нельзя говорить, да, вот что со слова происходит какое-то дно, хотя бы потому, что, ну, это говорят уже там не первый день, так скажем, да, но очевидно ведь, что половина там фрешбладовцев сейчас это все люди со слова. Поэтому, ну, вот как-то так. Наверное, это ж не просто так. Они все там. За какую команду, блин, не увидел? АПЛ? В АПЛ я вообще за Манчестер Юнайтед болел в этом сезоне. Ну, так просто. Хотя мне очень нравится Сити, Челси, что-то как-то так. Арсенал нравится, потому что за них, ну, болеешь такой за них, болеешь. Они такие прикольные, все время не выигрывают ни хрена. Когда зима 18? Блин, чуваки, говорил уже про зиму. Вот я-то свой куплет на 17-ю. А, ты про 18-ю? Какой-то предусмотрительный человек. Надо подумать. Надо 18-ю, безусловно. Всем привет, привет, привет. Напоминаю, что в прямом эфире едем за рулем автомобиля на тренировку на стадион Краснодара, который здесь совсем уже рядом. Отрикс, тебе там вопросики задают. Про Версус, например. Всем привет. Добрый вечер. Еще из новостей могу сказать, что это моя последняя рабочая неделя перед отпуском. Суббота у нас рабочая на этой неделе у людей, которые работают, ну, по стандартной схеме, не на фрилансе. Вот. И потом я на пару недель сваливаю в отпуск, но я думаю, что буду постить из отпуска всякие движки свои.
Поэтому, если кайф, комментируйте, пишите что-нибудь в комментах, будем общаться. Может быть, посоветуете мне, куда в том или ином городе двинуть. Вот, буду признателен, потому что я такой не сильно путешественник большой, могу быть не в курсе. На майских я буду в отпуске. Не буду тренироваться и играть. FB4. Слушай, я слежу за Fresh Blood. Я посмотрел все батлы, которые выходили, кроме самого последнего. Неплохо, неплохо, неплохие батлы. Люди готовятся, хотя были там забытые тексты и все остальное, но в целом неплохо. Я не могу там разделить супер восхищение, которое Окси, например, высказывает, какие охуенные батлы и так далее. Вот, да, ну, нормальные батлы мы видели, такие батлы с вами, и лучше видели, вот. Я думаю, что в основной сетке, как говорится, будет, ну, прям хорошо. Я не слушал финальные батлы, раунды Independent Battle 16, да? Казахстан, привет. Голос улиц, я случайно наткнулся буквально вчера или позавчера на какое-то выступление. Там чуваки читали про то, что они очень легко попадают в телек. Вот, что-то типа там, оп, и мы в телеке. Блин, не помню текст. Вот, ну такое, как-то странно это все выглядит. То есть, как-то снято все по-советски. То есть, камера, да, которая вот так вот, типа, вау, спецэффекты. Ну, то есть, меня не очень впечатлило. Я не целиком, конечно, смотрел. Ну, не конечно, а просто. Вот, меня не очень впечатлило то, как это выглядит, если честно. То есть, вот, как-то это стремновато было немного. Нет, я не пью алкоголь вообще. Ни капли, ни по какому поводу. Не употребляю уже много лет. Твое мнение по сезону слова БТБ? Back to Beat, да? Честно, не следил за Back to Beat. Мне писал Дима Капранов, он приглашал меня на финал, даже там с выступлением, но я прикинул, что это, ну, мне лестно такое приглашение, но честно, я сейчас так не в тренде совсем, то есть я ничего не выпускаю давно, так очень редко и так далее, и мне просто не нужно это выступление, то есть я думаю, что есть люди, которые более востребованы на сегодня. Если у меня будут какие-то инфоповоды, какие-то творческие, там, более-менее итог какой-то творческой работы серьезной, то я с кайфом бы там залетел и выступил, и преподнес эти итоги, но пока это не так, поэтому просто, ну, нет смысла. Новый God of War я видел только пока в трейлерах там и так далее, не покупал еще, но очень хочу, конечно, и прям, я думаю, он будет огненный. Я просто думаю прошку взять, у меня четверка. Наверное, разницы особой не будет, но хрен его знает. Вот. И, может быть, на нее купить уже. Посмотрим. Ты всегда в тренде. Спасибо, чувак. Уважение тебе. Спасибо большое за добрые слова. Не употребляю алкоголь. Ну, по совокупности причин. Во-первых, мне совершенно не хочется. Единственное, иногда после там, знаете, тренировок или в жаркое время года хочется холодного пива, потому что оно круто утоляет жажду. Вот такое ощущение, типа, прикольное. Оно не сладкое, оно как бы кайфово в этом плане. Вот. В остальном никакого алкоголя не хочется совершенно. Во-вторых, потому что это действительно просто тупо вредно. То есть алкоголь — это не что иное, как яд. Просто, ну, это очевидно. То есть химически любой алкоголь, самое лучшее вино, все что угодно, это просто яд. Я не понимаю, зачем мне употреблять яд. Я себя нормально чувствую без этого. Я как бы, ну, там, могу веселиться без этого, там, могу расслабляться в определенной степени без этого, да. То есть люди там спрашивают, а как ты отдыхаешь? Да нормально, я отдыхаю без вот этих напрягов, связанных с алкашкой. Вот, поэтому, как бы, не понимаю особо смысла, не придерживаюсь каких-то социальных, как это говорится, традиций с этим связанных, которые просто, ну, выдуманы, там, навязаны, то есть, а ты что не пьешь, ты что нас не уважаешь, все это полная хуйня, простите, вот, поэтому я вообще, как бы, не пью, и наркотики никакие не употребляю, и
не собираюсь никогда этого делать. Отлично себя чувствую. На самом деле, для самочувствия, ну, просто две огромные разницы. Когда ты что-то употребляешь, когда нет. Так что рекомендую вам попробовать. Кайф. Все, не все, понимаешь, важна доза. Вот любая капля алкоголя тебя убивает. Неважно, какая доза. Это просто или выстрел из пистолета, или из танка. Вот, вот и вся разница. Не за что. Всем. О, Бишкек, ничего себе. Привет, кайф. Последний альбом, который впечатлил из рурэпа и зарубежных. Из зарубежных Tory Lanez. Мне очень понравился. Отрикс, да, ты же меня пьяного никогда не видел, а есть люди, которые видели. И поверьте, вы очень, ну как, не то чтобы много теряете, просто целую эру, или как это сказать правильно, не знаете. Да, наверное, я немного другой, когда выпью. Ливерпуль, Рома. Блин, я вот сейчас на тренировку иду, я, наверное, пропущу, но, наверное, включу на НТВ Плюс, потом на сайте сначала матч посмотрю, поэтому не палите результаты нигде. Вот. Я, наверное, за Ливерпуль больше. Более такая традиционная команда, за которую можно поболеть. Рома – это слишком изысканно для меня. Брыков, спасибо тебе за респект, но, к сожалению, в песне «Волк» я участия не принимал, но я полностью присоединяюсь. Это реально очень крутой трек. Пино и Сет его читали, подбитый OG. Мне он тоже очень нравится. Да, может быть, есть измерения, где Хайд бухой, вполне вероятно. Ребят, пора мне двигать, я приехал вот там, где фонарики, это тренировочное поле, поля, точнее, базы Краснодара. Не базы, а ну, за стадионом, короче, как это называется, интернат. Вот, так что спасибо, что были со мной, этот недолгий прямой эфир. Ничего особо информативного и интересного за время эфира я не сказал, поэтому извините меня за это. Но надеюсь, что вам было не скучно и что мы клево пообщались, все такое. Короче, мне пора переодеваться, двигать на треньку. Давайте, всем хорошего вечера, на связи.